Сегодня ночью в центре города уже в который раз за это лето обвалился асфальт. ЧП произошло на пересечении улиц Электрозаводская и Урицкого. По сообщению Управления энергетики ЖКХ администрации города, работы по устранению последствий ведут сотрудники водоканала. Здесь произошел подмыв грунта в результате повреждения водопровода. Предположительно, диаметр 300 или 100, на данный момент неизвестно. Пока сотрудники водоканала будут разбираться в ситуации, в четырех домах по улице Урицкого не будет воды. Движение на перекрестке в центре города будет перекрыто, но не полностью. Ремонтные работы планируется закончить к концу рабочего дня. Напоминаем, что это далеко не первое подобное происшествие за последние два месяца. Многие горожане еще помнят обвал и перекрытую дорогу у Кремлевского вала, яму с кипятком на пересечении улиц Маяковского и Первомайского проспекта и дыру в асфальте на Куйбышевском шоссе, куда провалился автомобиль «Матисс».